Твердое покрытие подрядчик уложил на новом участке улицы Высоцкого от Академика Лихачева в сторону ТШБ. Это только первый этап. На следующем планируется построить мост через реку, чтобы обеспечить сквозной проезд из первой очереди 10-го жилого района во вторую. Подрядная организация ведет работы в срок. В данном случае она первый этап завершила работы, уложила асфальтовое покрытие, сделала дорожное полотно, двухслойное там асфальтовое покрытие, нанесла разметку. А основная задача в сжатый период выполнить второй этап производства работ. Они завершили укладку нижнего слоя. Планируем, если по погодным условиям завтра есть возможность, начнут укладку верхнего слоя. Но если там погодные условия даст, надеюсь, до среды они завершат. Ну и останется разметка и установка дорожных знаков на второй участке. Нарушения сроков производства работ нету. Качество дорожных работ будет проверено, лаборатория, вырубка будет браться после завершения работ по верхнему слою на втором этапе. Проект кардинально изменит транспортную схему района. За этот строительный период специалисты выполнили прокладку резервных труб. На перекрестках есть специальные подземные каналы для электролиний, связи, что позволит в дальнейшем при проведении новых работ не вскрывать уже уложенный асфальт. Константин Аникин, Андрей Ралов, новости.